Не-не-не, в таком точно не были. Сотка что? IT-компания с украинскими корнями. Компания имеет очень широкий опыт разработки программного обеспечения от Cloud Security и UG Design. Интернета вещей. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Становится все больше и больше. Мы приглашаем всех вас, дорогие харьковчане, стать частью истории города Харькова, собственно говоря. Влиться гармонично в эту фигуру. И вот видно, что в фигуре есть и дети, и мужчины, и женщины. Давайте все-таки узнаем, кто же у нас есть мужчины! Девушки, готовимся. 3-4, девчонки! Так, нужно, давайте... Кому меньше 13? Кому меньше 13? Есть такие. И есть дети. Давайте поаплодируем нашим детям, потому что День защиты детей скоро. И мы видим, что Велодень поистине семейный праздник, который... Молодцы, молодцы, мы вас ждали. Вот, ты знаешь, просто я тут полчаса и услышал, вы молодцы как-то. Вот. Александр, мы с тобой уже несколько лет работаем за это сладкое слово. Молодцы. Вот Игорь читал о кофе. Как приятно, когда кофе от партнеров для ведущих, велосипед для ведущих и мороженое. Вот, посудка тоже для ведущих. Да, но все это со словом «поток». Слово «поток» стало черное частого использования. Потом в 2017-м. Да. Официальный партнер Велотрейд 2016 года компания Велотрейд. Харьковская инженерная компания Велотрейд. Мы делаем велосипеды, начиная с 1992 года. Еще один официальный партнер, крупнейшая глобальная IT. Караван собрал большинство известных популярных мировых фэшн-брендов одежды и обуви, представленных сегодня в Украине. ТРЦ «Караван» в Украине в 2013-2014-2015 годов назван лучшим торговым центром города в рамках национальной премии Украины в серии розничной торговли. Караван – наш велодруг. Караван за здоровый образ жизни. Караван у нас по... арки. Если инженеры-строители нам бы нужны для консультации, как называется средина зеркальной струи? Не знает, сказал. Середина зеркальной струи называется сектор номер 2. Сектор приз на воровании. Итак, внесите, Александр. Черный ящик. Итак, средина, сердце зеркальной струи. Мы вас не слышим и не видим. Можно руки вверх. Вот центр нашей конструкции. И нижняя
основания. Две колонны. Итак, колонны зеркальной струи. Ручки! Ну а теперь зеркальная струя оживет и шпиль, и средина, и все наши элементы. Итак, раз, два, три, зеркальная струя, Харьков! Ручки вверх! Отлично, осталось еще немного. Александр, вот. А давайте еще раз, ручки вверх и громко ура, так, чтобы нас услышали все города Украины. Раз, два, три! Ура! Если вы сегодня приехали на велосипеде, на велодень, на назад у нас был основной лозунг взаимное уважение водителей и велосипедистов, потому что водители не видели велосипедистов. Уже видят, уже соблюдают правила дорожного движения, и велосипедисты уже стали действительно полноценными членами дорожного движения. Поэтому эти достижения можно перечислять очень долго. Все это благодаря вам. Вы лучшие. Праздника, здоровья вам и вашим семьям. И через 10 секунд констатировать тот факт, что наша конструкция зеркальной струи готова. Итак, все вместе обратный отчет с 10 до 1, и это войдет в историю нашего города. Итак, вы готовы? Не слышим вас, готовы? Итак, поехали! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Руки вверх, зеркальная струя! Да здравствует лучший город в мире, имя которого Харьков! Все вместе! Харьков! 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 Многие это сделали мы, харьковчане, люди, которые любят свой город. И в очередной раз мы доказали всей стране, да что там в стране, всему миру, что харьковчане лучшие! Ну и, собственно говоря, через минуту можно будет нажимать, давить на педали своего. Кошке корм купить, остановись. По-правильному, да, доехать прямо, развернуться, чтобы колонию не перерезать. Потому что людей надо переснимать. Так.
там Олечка мне нравится, с лагами. Он малой вообще без каски такие был. Вот это нахрена, сейчас упадет, блин. Деревня дураков у меня. Кум или Стас звонит. Я сейчас такая смотрю, ты снимаешь, А не, подожди, я же не брал, это не у меня. Конечно, не у тебя, потому что у тебя кухня там. Может остановимся сфотки сделаю колонны. Или не будем остановить. Сейчас пока не помню. Пока сейчас нет. Я смотрю за это. Я понял, где-то там. Канатка справа где-то, наверное. Сейчас хочу Ксюхе позвонить, где они. Не знаю, где они. Алло, Двойная коляска есть, а для двоих детей нет в конструкции. Ну, вот оно на первом курсе, мы сейчас забудем. Да. Ну, и когда я приеду, какая шикарная. Понял, я же тебе говорил, метлу надо брать. С метлой. Интересно, а конкурс костюмов будет? Поворачивая! Поехал, выворачивай. Метро запахло. Поджимаем. Ай, ёп. Блин. Блин, надо было заранее принять из левой полосы. Блин. Очень опасно. Очень волнительно. Так, я чуть-чуть дистанцию увеличу, а то он как-то едет. Тот, который Ладно, это для Ютуба, чтобы он долбанулся так. Глянь, на этом сидит на. Thank you.
так же. Наверное. Костюмы лошади. Лошади. Там, по правой стороне. Влево будем ходить. А, на очередной шеф? Ну да. Чуть-чуть левее. Чуть-чуть. Аккуратно сзади тебя. Ни по трассе, ни по магистрали. Вообще по маршруту, а если вы там за мной пришли? Ну маршрут у вас, да, прикольный. Вот это все толпо ранее было правильно, вот сюда вот круто. Велосипедный маршрут нужен. Вот здесь вот что? Ангел, Шарли. О, это кальянную кто-то искал тут где-то, да? Кальянную искал? Где-то тут мы гуляли день рождения, кальянную. Ух ты, ёпт. Ой, вот это такой проезд хороший. Видела? А ты говоришь, не показывает. А для малого велосипед, конечно, вообще прикольно. Для малого велосипед вообще прикольно. Молодцы, друзья. Смотри, вот он, вот здесь велосипед. Да, я это видел. Видишь, как там на самокате, видишь? Танюха, не подрезай. Да. Если они не едут, ты притормаживай. Право прямо. Его снимут. Thank you.